Сургутяне пожаловались губернатору на плохую уборку снега во дворах. В частности, упомянули высотки на Университетской 49 и Ленина 33. По мнению жителей, чистку необходимо проводить не раз в месяц, как это происходит сейчас, а по погодным условиям, сразу после выпадения осадков. Андрей Филатов подчеркнул, что определять частоту выхода спецтехники во дворы могут собственники недвижимости. Решение жильцов закрепляется в договоре с управляющей компанией. Наталья Комарова посоветовала создать для диалога коммунальщиков и жителей площадку, где такие вопросы можно будет оперативно решать. Такая платформа создана, это штаб по городскому хозяйству, который у нас проходит каждый месяц уже в течение полугода. Мы эти вопросы выносим на этот штаб и сейчас будем по приоритизации сезонности, конечно же, выносить оценку качества уборки снега управляющими компаниями. Старт мы этот уже месяц назад дали со всеми управляющими компаниями, выставили им требования, как надо относиться и к запросам жителей, и к исполнению своих обязанностей. Наталья Комарова предложила проводить заседание штаба по ЖКХ зимой не реже раза в неделю. Недовольны жители и состоянием дорог на Югорском тракте и Ивана Захарова. По мнению водителей, колейность на этих магистралях угрожает безопасности. Сургутяне считают, что знаки, ограничивающие максимальную скорость движения на этих участках, ситуацию не спасут. Безусловно, есть такая задача в городе Сургуте, как колейность. В текущем году чуть менее 18 тысяч квадратных метров мы устранили эти дефекты. Есть вопросы по Югорскому тракту. На следующий год, безусловно, запланировано не меньший объем реализации исправления колейности. Мы планируем обратить внимание на этот участок, на эту локацию, исследуем его. Если там все будет в рамках характеристик ненормативного состояния, безусловно, включим это в работу на следующий год.